Картину «Зима» Алексей Саврасов написал в конце 1870-х, в начале 1880-х годов. Художник непростой судьбы, он считается родоначальником русского пейзажа. Все его творчество посвящено изображению красот родной страны. На долю автора выпало множество страданий. Он пережил трагическую смерть своих детей, его бросила жена. А все свои горести он пытался лечить традиционным средством, уходя в запой. Его друзья по творческому цеху неоднократно пытались излечить Саврасова от порока, но так и не преуспели. В 1882 году он вынужден был оставить место преподавателя Московского училища живописи. Картина «Зима» была написана именно в тот тяжелый период. Не сохранилось даже точных данных о дате ее создания. Сам художник так отзывался о своем творчестве. Без воздуха пейзаж не пейзаж. Сколько в пейзаж березок или елей, не сажай, что не придумывай, если воздух не напишешь, значит пейзаж дрянь. В самом деле, в его работах небо и воздух играют главенствующую роль. В зиме поражает серо-бело-желтое небо, так хорошо знакомое всякому русскому человеку. Чувствуется, что наступила оттепель, в воздухе ощущается сырость и промозглость. Тяжелые тучи вот-вот прольются снегом или дождем, а может быть, смесью того и другого. На переднем плане бегущая вдаль извилистая дорожка со следами полозьев. Слева и справа тоненькие искривленные березки. Чуть подаль виднеется смешанная березово-еловая рощица. Ветви деревьев гнутся под тяжестью налипшего снега после затяжной зимы. Картина преисполнена глубины. Кажется, что равнина с убегающей дорогой простирается в бесконечность. Такой эффект возникает всецело благодаря таланту художника передавать пространственные объемы, используя живописную технику перехода цвета. Гамма картины достаточно бедная. Некоторые искусствоведы полагают, что за то время, что полотно провело в запасниках, краски потускнели и поменяли свой цвет. Но выразительность пейзажа, возможно, даже выигрывает от этого. Белый, ноздреватый снег, укрывающий пеленой равнину, черные намокшие деревья и огромное бело-серо-черное небо придают картине впечатление полного запустения и покоя в ожидании прихода весны. Работа выглядит несколько незаконченной. Вероятно, художник не захотел или не смог довести свое творение до совершенства. Чувства тоски и горя, испытываемые художником, нашли свое отражение в этой картине.